тренировали Путина, Медведева, Кудрина, Грефа. Тренер же, он же обязан командовать, ему же должны подчиняться. Вы вот с подопечными, скажем, вот этого масштаба, вы как общаетесь с этими? Я думаю, что это очень такой, с одной стороны, провокация маленькая, с другой стороны, интерес. А как же это бывает? Да. Вообще, если человек, тренер авторитетный, угу. и ему, как вы назвали, ученики верят в то, что он должен добиться от него, то, естественно, я лично имею право и имел право на любого сказать то, что я хочу сказать, угу. и показать, если не исполняется то, что... Для чего мы это все делаем? Угу. Поэтому не было никаких обид ни от первого человека, ни от второго, ни от третьего. И даже когда мы достигали хороших успехов с мэром нашей столицы. Ага, Собянин же тоже ваш подопечный он, в этом смысле, да-да. Он биатлонист великолепный, угу. он лыжник хороший. Но на горные лыжи он пришел... с техникой, лыжной угу. техникой, лыжников-гонщиков. А когда он пришел? В каком году? Он 10 лет тому назад, ага. по-настоящему. Да. Ну, то есть переучить, и когда он все это принял и почувствовал, угу. то есть он великолепно стоит на лыжах, то есть вот президент нашей страны, и он потрясающая техника, просто угу. молодцом. Герман Греф тоже очень имеет хорошую угу. технику. Ну, перечисляю всех хороших людей. Все, кто катается на горных лыжах, они очень хорошие люди. Вот такой это история всех стран мира, да.